Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем готовить куриный рулет. Для этого нам понадобится 1 кг куриного филе. Я беру бедрышки без шкурки и грудку. Тогда наш рулет будет сочнее на вкус и иметь более интересный разрез. Режем филе на мелкие кусочки. Отправляем в емкость для смешивания. Добавляем соль, паприку или другие специи на ваш вкус. Но на мой взгляд, паприка добавляет яркости этому блюду, не только на вкус. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Всыпаем желатин и все тщательно перемешиваем. Выкладываем массу на пищевую пленку, формируем в форме рулета, уплотняем и заворачиваем в пленку. Завязывая хвостики по краям. И плотно оборачиваем рулет в несколько слоев. Можно перевязать бечевкой. Теперь кладем наш рулет в кипящую воду, так, чтобы вода покрывала его сверху. И варим в течение 40 минут. Достаем, охлаждаем, желательно отправить его на ночь в холодильник и только потом разматывать пленку, тогда рулет можно будет легко нарезать тонкими ломтиками. Посмотрите, какой замечательный разрез у нас получился. Приятного аппетита!